Традиционно первое воскресенье утро апреля геологи отмечают свой профессиональный праздник. В Ангарске настоящие ценители редких природных сокровищ собираются в музее минералов, дополняют его новыми экспонатами и вспоминают яркие экспедиции. С представителями одной из самых романтичных профессий познакомился и мой коллега Егор Сорокин. Профессиональный праздник геологов учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в далеком 1966 году. С тех пор геологи разузнали много интересных фактов о нашей планете. О геологических науках Эльвира Харьковская знает практически все. С середины 20 века она трудилась в лаборатории, где подробно изучала природу и месторождения, открытые геологами. Свой профессиональный праздник Эльвира Михайловна отмечает в кругу коллег и друзей. И мы здесь просто счастливы. Ежегодно в День геологов обязательно собираемся все, кто жив и кто находится именно в Ангарске. Даже приезжают. Интересно то, что даже приезжают и из Иркутска, с Черемхова, отовсюду геологи. Потому что осталось даже вот с Иркутска, со Смоленщины, вот у нас вот приезжают геологи. Они тоже сюда приезжают, потому что у нас здесь... уникальные, народ уникальный, уникальные вот люди, которые, которым передано это и принято с любовью. Профессия геолога – это постоянные путешествия, поиски и раскопки. Побывать в качестве геолога в разных уголках России в свои годы удалось Виталию Смолину. Он принимал участие во множестве экспедиций в разных уголках области и страны, открывших месторождения многих пород. Виталий Петрович изучал природу месяцами, а после его работы на этих местах разрешалось строить необходимые для работы здания. Я считаю себя геологом. Всегда считал и считаю себя геологом. Геологическая вот эта вот тяга, геологическое воспитание, геологическая наука, она вот внутри сидит, она в сознании, она в характере сидит. Добиться всего, найти все. И вот эта вот профессия, она дала очень много. И когда мы встречаемся с ребятами, мы первым делом говорим: «Здорово, геолог». Также в Ангарске существует целое сообщество геологов. У них есть особое место притяжения – Ангарский музей минералов. Коллекция его экспонатов превышает 2000. И все это благодаря друзьям-геологам. Огромная заслуга в создании коллекции минералов и горных пород принадлежит Василию Дубровину. Более 30 лет он проработал начальником геологического отдела и 14 лет своей жизни посвятил музейной деятельности. И эта цепочка не прервется никогда, потому что новые минералы пополняют музей ежегодно. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время.